31 мая 1223 года состоялась битва на реке Калка. За два года до этого в половецкие земли пришли монгольские войска под командованием темников Собедея и Джебе. За два года монголы оттеснили войска половецких ханов до границ с Русью. Половцы были вынуждены обратиться за помощью к русским князьям. В Киеве состоялся съезд князей, где киевский, черниговский, смоленский, галицко-волынский князья решили дать бой. Русско-половецкое войско собралось на реке Калка. Несмотря на союз, общего командования не было. Каждый князь действовал самостоятельно. Этим воспользовались монголы. И действуя единым кулаком, разбили русские и половецкие отряды. На пленных князей монголы положили настил и устроили пир.